Всех приветствую, друзья. Ну что, у нас опять понедельник, скажем так, да? Все опять на работу погнали, наверное. Ну и мы тоже работаем. Вот. Сейчас их еле упросила, еле выгнала. Не хотят выходить, в общем, в итоге. О, в тенечек гонят. Так, такое видео хочу записать на такую тему. А, насчет донатов. Меня спрашивают многие люди: Ин, почему ты не просишь донаты там туда-сюда? Ну, как бы просить я ничего не буду. Кто желает сам помочь что-нибудь, помогает мне в личку люди. Я им благодарна. Да, карту я прикреплю, если у кого-то есть желание помочь развитию канала, потому что YouTube ничего не платит, как бы, да. Я для души снимаю канал. Но, как говорится, кто-то говорит на чай, там, на кофе, да, на что-то. Если есть такие желающие, у меня в описании канала тоже имеется, карта прикреплена. Если есть желание человека там хотя бы одним рублем помочь, я не отказываюсь, буду благодарна. Поэтому в описании я оставлю карту, если есть желающие, пожалуйста. Это вот. Да. Для настроения. Мы вот только вышли, иду сейчас уже буду все смотреть, нюхать, любоваться природой. Благо, у нас не так жарко, как вчера мне писали. В Краснодаре, там ребята тоже, овцеводы мои в группе, каждый день сверяем погоду нашу. У людей очень жарко, ребят, держитесь. Животным тяжелее всего. Я всегда говорю, попробуй одеть шубу и пойти пастись в поле. Когда там 47 стоит, да, 37 даже пускай. У меня вот прохладненько, и они и то вот носятся, как угорелые, то есть не особо кушают. Поэтому... О, шоколадка отстала, беда, как гонит. Насчет вчера, кто писал, что же, что... Это клещи нет, у нас клещей нету, это колючки. Овцы полностью в колючках. У меня здесь есть такая трава, я не знаю, как она называется, но мне она очень не нравится, потому что они туда заходят, они же животные, они особо ничего не понимают. Они туда заходят, выходят оттуда полностью облепленные. Штаны у меня также постоянно. Дети уже приходят, мам, смотри, опять колючки. Говорю, ну помогайте снимать. Ну куда погнали? Поэтому клещей у нас нету в этом году вообще. Ранняя весна была, в мае уже. Стояла уже трава такая. И было, да, 2 недели у нас очень плачевно, конечно, с этими клещами. Ну, а потом все как-то раз изменилось. И вот лето уже у нас в таком разгаре. Нет клещей даже на себе. Я обычно на себе всегда снимаю, не дай бог, на детях. Домой всегда приходишь, трусишь свои вещи сразу, в ванную бежишь. Не встретила. То есть нету. По кругу все обожгли. Поэтому все порядок. Поэтому, если ребята говорят, вот клещи кусают животных, реально показывают, погибают животные, овцы. Я когда это смотрю, у меня сердце кровью обливается. Но тоже ничего не могу с этим сделать. Спасаются как могут. Поэтому держитесь. Всем добра. Пока.